Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошло в 8-й авиационной ордена Жукова дивизии особого назначения. Авиадивизия базируется на аэродроме Чкаловский. Ее богатая и славная история началась более 80 лет назад. Личному составу зачитали поздравления министра обороны Российской Федерации. Прошло уже много лет, но не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей. Те суровые военные годы, когда решалась судьба всего мира, в полной мере проявились замечательные качества нашего многонационального народа. Дальнейших успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства пожелал военным летчикам в поздравительном письме главком ВКС Виктор Авзалов. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, военнослужащие авиадивизии награждены орденами и медалями, благодарностями президента Российской Федерации, некоторым присвоены очередные воинские звания. Российские военнослужащие, 8-й дивизии особого назначения с честью выполняют свой воинский долг по сохранению самого ценного, что отвоевали солдаты, победители. Это мир, свободу, великую страну, Россию. Военнослужащие 8-й авиадивизии особого назначения достойно продолжают традиции ветеранов, с честью выполняют воинский долг, успешно решают задачи по защите национальных интересов государства, в том числе в зоне СВО. Спасибо за вашу смелость перед лицом смертельной опасности, за то, что защищаете нашу жизнь. Берегите себя, и пусть дама победы в той самой кровопролитной войне станет символом ваших новых побед. Во славу России! Кульминацией праздничного мероприятия на Чкаловском аэродроме стал торжественный марш личного состава дивизии. Чкаловским военным летчикам в День Победы желали крепкого авиационного здоровья, безаварийной летной работы и грамотной эксплуатации авиационной техники, а также мирного неба над головой и веры в победу. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.